Аня, привет. Привет, Леша. Я, если честно, не знаю, что здесь происходит вообще. И сегодня мы снимаем наш пилотный выпуск «Нескучного банка». Ты обещал гостя. Вжух. Вжух. И человек года здесь. Привет. Наша родная, знакомая нам кухня. Аня, возможно, не знает, у нас есть на тебя планы. Постоянно звонили, обрывали нам просто всю горячую линию. Прям как прямая линия с президентом Российской Федерации. Мистер и миссис Совкомбанк. И что вы думаете? Класс. Голосуйте, Леша Надия. Я подготовил 6 скороговорок. Это для детей, кстати, скороговорки. Слушай, ну, Алексей, расходимся, да? Я предлагаю до этого эту часть закончить.